Привет! Мы вчера купили цыпленков, и мы только что им дали по червяку. Всем по 5 червяков, да. И они так, и им очень нравится. Мы только вчера их купили, и я не знала, что они любят так червяков. Некоторые из них всего одну неделю возрастом. А некоторые два. Казалось бы, откуда они знают про червяков? Я не думаю, что в магазине их кормили червяками. Но они знают. Что это вкусно. Когда мы только бросили червяков туда, началась такая паника. Да. Я до этого это... Я просто вот этому дала два червяка. А он такой, еще. А у него... А ему только 5 дней. Да. Так что теперь нам будет весело просыпаться по утрам и идти за червяками. Да. И сейчас мы где еще пойдем? Фрэнкин цыпленок вон тут с черными пятнышками на голове. Вот этот Фрэнкин. Угу. Фрэнк вчера сказал, что он похож на него, потому что тоже любит быть сам по себе и любит играть. А Габи? А это мой. Он не любит сам по себе, а он любит играть. И командовать. Да, как я. Вот этот черненький наш петушок. Я надеюсь... И вот этот серебенький, мы не знаем, если петушок или курица. Но если курица, то когда у нее будут зеленые и голубые яйца. Да, да. Такой толстый. Вот это один из наших желтых. Мы его не назвали. У него есть волосы на у них пятках. Перья на лапках. Вот этот еще один. Это самый большой? Нет. Сейчас я вижу, что самый большой. Вот это у нас самый большой. Летун? Он... Да, он уже два раза вылетал от этой коробки. Очень близко. Угу. Не пиши на меня. Все, червяки кончились, теперь спать. Тихий час. Тихий час, пока мне еще червяки. Вчера полночи приспосабливали лампу. Да, мы сначала в мою комнату хотели положить, но мы боялись, что эта лампа зажжет вот эту решетку, да, рамку, которую мы вложим сюда, чтобы наши птички не улетели. Какой твой любимый? Мой любимый серебряный. Серебряный? Значит, вот этот? Угу. Да, он такой толстенький. А ты знаешь, что ты его назвать? Пока нет, я же не знаю, девочка это или мальчик. Sugar. Sugar. Sugar хороший. Sugar. Сахарок. Английский сахар. Сахарок. И куки, печенье. Симпатичный, но да. Не очень резко, слишком близко. Моя камера для съемок на улице. В помещении мне приходится подвешивать себя к потолку. Вот этот мой. Скажи привет, Хэвер. Наоборот, подальше его отодвинь. Вон, вон, вон. Вот такая, что?